понедельник в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега. Минус 2, минус 4 градуса днем, ночью 1-3 ниже 0. Юго-западный ветер 6-8, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, днем минус 2, ночью 0 градусов. Западный ветер, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой снег. Днем минус 4, ночью 1 градус ниже 0. Юго-западный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег. Днем минус 4, ночью 2, ниже 0. Юго-западный ветер 7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru. Oh,